Расширенное совещание провели сегодня в Международной академической школе Одесса. На строящемся объекте собрались инициаторы создания школы, депутаты Одесского горсовета, руководство департамента образования и духовенства. Школа станет самой инновационной в Украине. При реализации не имеющего аналогов проекта применяются самые передовые технологии Европы и мира. Посетила школу сегодня наша съемочная группа. Уже скоро Международная академическая школа Одесса распахнет свои двери перед маленькими одесситами. Сегодня на базе школы будущего состоялось расширенное совещание, которое провел инициатор строительства уникального объекта, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов совместно с директором городского департамента образования Еленой Буйневич, настоятельницей Свято-Михайло-Архангельского женского монастыря игуменьей Серафимой и депутатами Одесского городского совета. В школе, которая станет самой большой в Одессе, будут учиться свыше 1000 детей. Площадь учебных классов составит около 10 тысяч квадратных метров, а общая площадь четырехэтажного комплекса – порядка 17 тысяч. Высота потолков в учебных классах – фактически 4 метра, что позволит ученикам чувствовать себя свободней и комфортней. Спортивный комплекс есть, киноконцертный зал, плавательный бассейн, спортивный зал огромный. Сегодня открытая площадка, мы начали проектирование. То есть здесь школа будущего, мы ее так называли, у нас, слава богу, так и получается. Есть проблемы, всегда они есть. Но вот я увидел сегодня и отношение депутатского корпуса, я имею в виду депутатов городского совета Украинской морской партии, я увидел отношение управления образования города. Вы знаете, когда делаешь и ты видишь поддержку, всегда хорошо. Я думаю, вот то, что мы сегодня обсуждали в отношении содержания этой школы, я очень хочу, чтобы здесь учились дети со всего города. Я хочу, чтобы дети учились здесь бесплатно, потому что не все имеют возможность оплатить за обучение в школе. На крыше школы установлено крупнейшее в стране поле солнечных коллекторов. 105 коллекторов австралийского производства позволят обеспечивать весь комплекс теплом круглый год. В солнечные дни будет работать гелиосистема, а при затяжной облачной погоде нагрузку примут тепловые насосы. Все вместе это создает уникальную систему, тепловой пункт, который сооружен по принципу умного управления. Школа будущего также имеет собственную газовую 12-модульную котельную. Инновационные решения также были найдены и при сооружении спортивного комплекса. Здесь установлены климатические тепловые панели, излучающие инфракрасные лучи. Бассейн на 6 дорожек сможет принимать всеукраинские международные соревнования. Подогрев воды будет осуществляться за счет солнечных коллекторов, а систему микроклимата обеспечивает современная система вентиляции. Установлен детский бассейн для учащихся первых-третьих классов и монтаж трибун для зрителей. Я почула, які заплановані факультативи секції, басейн, стадіон, чудові спортивні актові зали. Ну, це надзвичайно, надзвичайно класна школа буде. І дуже приємно, що автори всього цього проєкту націлені на співпрацю з містом. Оце для нас є дуже актуальним, бо можна створити дещо приватне, зробити його чудовим і виключно заробляти на цьому кошти. В даному ж випадку ми почули прагнення зробити школу відкритою для окремих категорій міста, для категорій наших дітей, які зможуть її відвідувати безкоштовно. Я дуже сподіваюся, що проєкт вдасться. Особисто я і департамент освіти для цього зробить все можливе. Я дійсно вдячна, професійно вдячна Сергію Васильовичу за те, що ініціював оцей проєкт, який не має аналогів сьогодні, за те, що дійсно має прагнення дати можливість його реалізовувати в Одесі. Для нас це дуже важливо, оскільки ми всі живемо в цьому місті. Те, що я сьогодні від нього почула, я є почесним громадянином міста, і я маю внести цей внесок в розвиток цього міста. Ну, це дійсно, мені здається, такий привід брати як приклад, щоб не словами, а ділом втілювати дещо класне для свого рідного міста, в якому ти живеш. Реальний вклад, наш вклад в розвиття нашого міста, в розвиття образовательного процесу, який сьогодні має осуществляться в місті. Він необычний буде. З першого класу всі діти будуть вивчати кілька язиків. Всі діти з першого класу будуть вивчати закон Божий по желанню. Всі діти будуть займатися спортом, творчеством, а для цього всі умови сьогодні створені.
Учебное заведение ориентировано на духовное воспитание детей. В школе два храма – верхний и нижний. Верхний назван в честь преподобного Сергия Радонежского. Храм выполнен в барочном стиле с академической росписью. Нижний носит имя апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Сергей Васильевич Кивалов уже опытный храмоздатель. Он построил не первый храм. Мы знаем, что церковь Святой Мученицы Татьяны – это настоящая жемчужина храмового искусства Украины. Я бы даже сказала, не только Украины, мира. Она удивительна. Ну и здесь я вижу тоже очень интересное церковное сооружение, неповторимое, которое отличается, конечно же, от студенческого храма. Это и правильно, оно должно быть таким индивидуальным. И я чувствую, что опытная рука храмоздателя Сергея Васильевича Кивалова и здесь вот дает такие плоды. Особенно матушке Серафиме пришлись по душе иконы, которыми расписан нижний храм. Здесь по выходным уже проходят божественные литургии. Мне очень понравилась вот эта фреска, икона Пресвятой Богородицы, которая называется «Прибавление ума». Я думаю, что каждый обучающийся здесь будет черпать силы и вдохновение для умножения своих знаний, потому что именно перед этим образом молятся о том, чтобы эти знания были глубокими и прочными. Дизайнеры под руководством народного артиста Украины, преподавателя Международного гуманитарного университета Георгия Делиева разрабатывают дизайн киноконцерт-холла. Зал будет оснащен мобильной сценой. Она при необходимости сможет менять форму и размеры, являясь самой большой сценой в Украине. И я благодарен Георгию Делиеву, который взял на себя вот эту ношу и полностью все, что касается киноконцертного зала в школе у нас, он помогает дизайнерам и располагает, как необходимо все сделать, где сцена должна, какая сцена должна быть, как. То есть мы нашли людей, которые являются настоящими профессионалами. Мы нашли тех людей, которые пожелали помогать нам, кто материально, а кто вот творчески. Теперь на решающей стадии сдачи объекта стоит вопрос сотрудничества с Одесским горсоветом. Депутаты фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова на ближайшей сессии горсовета будут поднимать вопрос о поддержке социального проекта и создании рабочей группы по сотрудничеству школы с городской властью. Кроме того, были озвучены предложения к сотрудничеству с руководством области. Будем просить город, депутатов городского совета, мэра города, чтобы рассмотрели вопрос о сотрудничестве школы с городским советом, с управлением образованием. И когда они будут оплачивать за коммунальные услуги, за питание, тогда дети смогут, может, большая половина учиться бесплатно. Я считаю, что это хорошее сотрудничество. Я считаю, что школа будущего заслуживает того, чтобы мы все гордились этим. Потому что на протяжении 6 лет мы строили ее, и уже видно, уже мы получили этот объект, потрясающий объект, и я горжусь, что мы смогли реализовать его. Украинская морская партия Сергея Кивалова будет выходить на сессию, которая будет уже завтра, с инициативой о создании этой рабочей группы. Я убеждена, что все коллеги поддержат, потому что мы все понимаем, что сегодня уже вал звонков от горожан, от коллег, и все хотят, чтобы их детки учились именно здесь. Поэтому я думаю, что мы все вместе должны сесть и решить, каким образом стартанет этот самый крутой проект. Я имею в виду именно образовательная часть для того, чтобы 1 сентября детки уже могли пойти в школу будущего. Школа оборудована всеми современными противопожарными системами в соответствии с повышенными требованиями к противопожарным системам действующих строительных норм. Завершены работы по прокладке всех коммуникаций, готова электрика, сантехника, отопление, сигнализация, видеонаблюдение, интернет и противопожарные системы. Выполнена самая современная система вентиляции. На улице уже заложили фундамент под строительство еще одного спортивного комплекса, а перед самой школой вырастет парковая зона. Таким образом, Международная академическая школа Одесса объединила в себе последние мировые инновации как в строительстве, так и в организации образовательного процесса и стала уникальным учреждением, не имеющим аналогов не только в Украине, но и в Европе. Дмитрий Богомолов, Наталья Опара, Юлия Пальнова, телеканал «Репортер».